Жителей и гостей Саратова на крещение приглашают окунуться в Иордань. В ночь с 18 на 19 января и весь последующий день в городе будут организованы крещенские купания. Основной наплыв желающих окунуться в прорубь ожидают на набережной у Ротонды. Представители Министерства спорта рассчитывают, что сюда придут порядка 2500 человек. Большое количество ныряльщиков ожидают и в Затоне. У официальных мест для купаний, как и всегда, будут дежурить все оперативные службы – спасатели, полицейские и скорая. Всех, кто все же рискнет и побывает в ледяной воде, согреют горячим чаем и окажут медицинскую помощь, если она потребуется. А во всех храмах пройдут праздничные службы и великое освящение воды, которую будут раздавать всем прихожанам.